Все, снимай. Да. Я прыгаю. Давай. Я только ни секунды не люблю. Смотри. Разбегайся давай. Во. Для тебя это даст уже ВКонтакте сидеть. Считай, кто тебя знает, будут видеть. Ты на стену сразу посылай. Я тебе подскажу. Айда. Что-то мы в одну точку падаем постоянно. Я тебе подскажу, передам, ты быстро ВКонтакте выложишь и удаляй. А? Я тебе по скайпу передам, ты быстро ВКонтакт выложишь. И все. Не, я не могу. Нет? Долго будет? Нет, сейчас я. Как ты не так? Сейчас что-то не получилось. Короче, у меня надо будет интернет вытаскивать. А у меня там еще 9 окон запущено. Тормозить, короче, да? Не тормозить, просто если я вытащу этот, ну, этот флешку-модем, мини-модем, короче, у меня так тормозить будет, и сам комп, и еще надо будет реально где-то час-два их всех запускать теперь. Давай. Я потом еще заднее прыгну. Или бланш. Во! Подбеги немного туда, куда приземляешься, да? Приземляешься. Так, тут не больно было. Сильно не больно будет? Я знаю. У меня заднее прыгну. Нет. Я с места сейчас. Попробую. Все нормально. Задним? Нет, сюда спрячься. Стой. Место 3D. Давай. Как то, не так. Стой. А не, во. Прям как игры. Да. Она бонус! Нет, там нас не будет видно. Нет. Прыжок считаем. Ну, думаю. Нет. Мы чуть-чуть налетем. Как я правильно очертился? Нормально. Я вообще очень долго отходил. Да, не будешь так прыгать? Давай. Стой,
я вместо передачи. Вместо тебя, блядь. А! Сейчас башка, она у тебя долбанная. Да, ноги лучше, блядь. Давай. Надо отдохнуть. Блядь, это жизнь. Стой, прыгай. Да, страшно. Да. Я боюсь сейчас, что вот между этой хренью прыгнет. А, давай. Да, ветер мешает. Это точно. Так. One. Two. Вот здесь гения научится прыгать. Так, ты что? Гения. Так, выходим. Сразу говори, как я мечтаю. Мечтаешь, может, ты еще научишься. Мечтаешь? Мечтать-то не вредно. Ты приземлился. Первый раз вот такой прыжок. Ну тогда ты тоже нормально был, но для ты встал, так ты приземлился и туда сядь. Сейчас знаешь, как хочу прыгнуть? Смотри. Вот так. Ну и туда вперед. А, да, я вижу. Так, ложись. Боком передний. Бля, боком получилось как-то. Дача была. Прыгнул! Некий, тогда сейчас остановим видео, посмотрим. Или не надо? А? Сейчас видео остановим. Сейчас больше каждый будет. Мне два видео просто стоять. А, ну ладно. А куда я еще кажу, что значит формально был? Тут нет галпа. Приземление будет здесь. А сам прыжок нет. Ну почек там лучше. Сейчас можно, чё? Не надо. Там приземление будет, а да, вообще не надо. Ну, а так нас не будет видеть. Только ты вот это вот вырезай, то, что мы тут говорим постоянно. Я же буду сокращать видео, только наши прыжки будут. Там звук видео удалю. Ну, вам вообще. Там же я буду делить кадры, считай. Буду, если там что-то будет прикольное, короче. То вот сейчас скажем против у меня с приемом. Если нету телефона, так скажем, я там заубал, да, это ставлю. Знаешь, крик. И скажи еще, два дебила это сила, нет мозгов, зато красиво. Я реально. Два дебила это сила, нет мозгов, зато красиво. Я еще из того видео, это блок там снимаю. Не, ну пока что вот это вот оставь. Потом
потом соберем просто еще попробуем все. Не, ну сейчас пока что два дебила активные. Только потом выберем. Так можно свою группу создать. Сейчас типа дебилы, ну, все это выглядит сейчас. А красиво, что просто. Красивая. А кто создает последний? Я так еще не пробовал и не буду. Я гений отвечу. Я прыгаю. Тогда реально. Я прыгаю. Давай. Да блин. Ты разгруппировался, вон ты. Разгруппировался, когда... Блин. Когда ты уже приземлился. У тебя отдача идет сразу. У меня слишком жесткий шок. Разве я слишком прыгаю. Сильный. Сейчас половину попробую прыгать. Стой. Смотреть хочу. Давай. Must you fuck you. Стой, дай сделай так. Прыгай, стой. Ты дурак, что ли? К стенке прижмись. Давай, вот ты сейчас. Блин, я правда не знаю, как получится. Ну давай, попытайся где вот бок прыгнуть. Что ты? Да. Ладно, давай. Ты прыгай прям. Стой, надо прям. Ну ты, короче, где-нибудь тут уже будешь бежать, я прыгаю. Давай. Стой, надо сконцентрироваться. Сосчитаю с трех. Стой, надо проверить. Да, я видел.
Когда я прыгал, я видел.